Рав, есть тут такое выражение, которое мы часто слышим, и вдруг у меня возник вопрос. То, что Рамбам говорит, что женщинам, детям не раскрывают занятия Торой и заповедями Лишма, потому что они не могут это вынести. То есть они не могут это вынести, но когда они растут, обретают разум и мудрость, их тогда учат заниматься этим Лишма. А что они обретают? Вот эти женщины и дети. Что значит обретают разум и знания? Что это свойства и особенности, что это против их природы. Это то, что они обретают. А почему это связано с... Как это обретаются вот эти свойства, да, вот понимание, что это против моего разума? Тот, кто хочет войти, он входит и в этой учебе, в эту учебу, что такое лишма, и обретает. Почему это разум и знание? Почему не говорится там новое желание? Звучит, как будто они обретают какую-то информацию, знание. Может быть. Но так это называется. Это то, чего не хватает нам, чтобы перейти или захотеть перейти к лишма? Не хватает знаний и разума? Да. А чего именно? Вот какой разум и знание нам надо в конце концов получить, держать? Нам не достает знания и разума. А что принесет нам это знание и разум? Желание. Когда мы хотим, чтобы было у нас знание и разум. Так вот просто. Да, мне нужно знание и разум, чтобы перейти к лишма. Молитва такая? Да, начинают именно с такого желания, да. Даже желание, когда нет желания.